Скажите, кто у вас на округе депутат ваш? Его знает. Не знаю и знать не хочу. Депутат от вашего района в городской думе. А бог его знает кто. Мы тут ничего не знаем, молодые люди. Вот, пожалуйста, кому и мы не знаем, где прием он ведет, как, что, вот за мусор спросить. Вот мусор около дома у нас, видите какой? Понятия не имею. Понятия не имею. Срод не знаю. Здесь. Не знаю. А кто депутат у вас на округе здесь? Да гуся кто-то депутат. Без понятия не хочу знать. Без понятия. Без понятия. Не, я такие вещи не знаю. Ходорев? Не знаю. Понятия не имею. Не знаю. Вы знаете, честно признаюсь, я не знаю. Левенко. А скажите, могли бы вы перечислить основные проблемы, которые есть у вас на округе? Проблемы. Ну, вот мы в частном секторе живем. Сбор мусора, например. Потому что мусор выбрасывается просто на дорогу, его растаскивают собаки, птицы. Охрена проблем. Ну, мусор, посмотреть, там мусор. Все позабит мусором. Вот это один мусор, да замучил всех. Детского садика у нас нет на районе, это я знаю точно. Потому что вижу, родители везут, утром тащат детей далеко. Смотрите, вот там с той стороны дорогу. А дети ходят, ни тротуаров, ничего нету. Бордюров нету, одна грязь. Трактора ездят, сметают все. Бог, вот все, снимайте, смотрите. Первое, это, естественно, придворные территории, потому что ямы. Яма на ямы, ямы погоняют. Электровозная 2 и Богатырская. Вот то, что мусора у нас там постоянно столько, много. Нашим детям вообще здесь заниматься нечем. Ходят заниматься на школьный двор. Их там гонят. Все говорят, идите в посадки гулять. Вот пускай своих бы детей не в посадки бы отправляли. Нашим детям здесь заняться нечем. Поэтому и наркомания идет. Не нравится торговля на улице. Потому что машины едут, все это впитывает. Надо хотя бы в киоск. Вот видите, вокруг дома тоже мусор какой-то. Кто там убирает, за что платят людям, не спрашивают ни с кого ничего, понимаете? Вот, хотелось бы, все-таки мы платим деньги за это, правда? Даже скамеек нету. Нет скамеечек, чтобы вот людям посидеть. Скажите, как депутат Ходорев решает ваши проблемы? Я не знаю, как он решает наши проблемы, наверное, никак. Да никаких, я ее ни раз не видел и не знаю, кто это такой. Да не будет он решать. Все это вот в округе, вот это все. Это панибратство, коррупция. Я даже не знаю, как он их решает. Честно говоря, перемен особых я не вижу. Не знаю. Я его ни разу не видела. Так все видно, как он решает наши проблемы. Он, по-моему, ничего не решает. Как было, так и есть. Что 10 лет назад, что 5 лет, что сейчас. Я обращался по поводу дороги, прерывных территорий, чтобы сделали. Хотя бы просто залили эти ямы. Ну, сказали, что на этот год вообще ничего не будет решаться. Поэтому, ну, смысл обращаться тогда, если не решает вопрос вообще. Как депутат Владимир Ходорев, это ваш депутат, как он решает ваши проблемы? Я его в глаза-то не видела. И вообще я им никому не верю. Там все жулики. А я его видела хоть раз. И вот на фотографии только видела, и все. И мы к нему, мы не можем обратиться. Вот куда обратиться, где он принимает? Хотя бы белье не повесили, написали. Я лично мы не знаем.